Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Дарите друг другу улыбки, дарите друг другу любовь, цветы, поздравления, открытки и нежность ласковых снов. И о погоде на 20 мая в Архангельской области. Котлас звучит идеально, вы только послушайте. Плюс 25, ясно, умеренный ветер и без осадков. В Плесецке плюс 26 утром, ясно, а вот вечером гроза и сильный ветер. И в Вельске плюс 25, ветер умеренный и без осадков. И о погоде в Эй-Сити. Утром грандиозное действие. Плюс 20 на термометрах, пасмурно, дождь, гроза, как стих. Днем все менее помпезная температура воздуха, плюс 27, малооблачно и без осадков. А вечером снова небесные симфонии. И пусть температура воздуха всего 18 градусов, на небе облачно, дождь и гроза. И песня. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо бегут столетия, спят подо льдом моря, трутся спиной медведи, вертится земля. До встречи на телеканале ПС.